Что ж, самая интересная лекция. Мы сегодня будем продолжать писать рекурсию. А что с онлайном делать? Не, мне доска нужна. А, должен быть. Сложная жизнь программиста. Да, новые технологии, они обязывают. Требуют быть на связи. Ну вот, я вроде на связи был. Митинг у меня был с 6:30 до 7, поэтому я могу уже отключиться. Они это пусть говорят. Правильно? Нельзя нарушать. Вообще нельзя нарушать. Так, окей. Что такое linked list и вообще зачем он нужен? Linked list. Ага, так, это значит, тогда будет binary search будет пятым, а linked list будет четвертым. Кто слышал про linked list? Чем это такая могучая структура? Почему она так востребована? И зачем она нам нужна? Быстро. Вопрос очень спорный, мы сейчас будем рассуждать. Это очень важно. Это хорошо, что вы упомянули это, потому что... окей, так. Да, начнем с того, что у нас модуль называется алгоритмы и структуры данных. Так вот, linked list — это структура данных, которая позволяет нам решать определенные виды задач. Давайте для сравнения, ну, давайте вообще вспомним, какие мы знаем структуры по состоянию на сейчас. Нет, это очень сложно. Вот, array. Вот самая правильная структура — это array. Это что такое? Это последовательность ячеек, которые расположены одна за другой. Чем array вообще хорош? Хорошим тем, что мы можем за u от единицы получить любую ячейку. Правильно? Но у array есть свои проблемы. Самая главная проблема у array — когда надо добавить элемент, мы не можем сделать вот так вот. Вы знаете, да, что мы не можем так сделать? Что мы делаем? Мы выделяем чуть больше памяти. Естественно, не на один элемент, а чуть больше. И кладем сюда наш новый элемент. Понятно, да? А вот это дело все просто копируем. То есть, когда мы в array добавляем элемент, в array list, в array мы не можем добавить элемент, потому что array имеет фиксированный размер, потому что в Java есть memory management, вы заняли кусок памяти, а там за ним уже все занято. То есть вы, ну, никто не может гарантировать, что за ним свободно. То есть так, чтобы мы продолжали сюда писать. На ассемблере мы можем, на C++ не очень. Конечно, можем, но не стоит. В общем, не можем. И для того, чтобы совершить такую операцию, нам надо скопировать все данные и добавить элемент.
Как вы понимаете, эта операция не очень быстрая, и она работает совсем не за от единицы. Согласны, да? Потому что если у вас в массиве миллион элементов, то скопировать лишний мегабайт памяти это занимает определенное время. Окей. И когда мы удаляем ячейку, допустим, нам надо удалить вот эту ячейку, мы ее не можем удалить. Фактически мы ее помечаем свободной, ячейка у нас не удаляется, остается занятой. Понятно, да? То есть на вопрос, хороший или плохой рейлист, он хорош для своих операций. Понятно, да? А? Для поиска все не особо, к сожалению. Окей, что такое linked list? Вот в Java, например, вот, скажем так, одна из серьезных проблем Java то, что они сделали linked list и array list на интерфейсе, то есть они провели уровень абстракции, то, что и тот, и другой есть, является лист. Это, в принципе, фундаментальная ошибка. Сейчас мы поймем, почему. То есть вот это вот наш array list, правильно? Что ж такое? Так, это перманентно. Я уже знаю. А? Ну да, я занятия провел когда-то перманентным. Не. Не, есть лайфхак. Можно его обрисовать вот этим, произойдет адгезия, и он вытрется. Да. Это мне химик знакомый сказал. Окей. Что? У меня есть еще знакомая от ядерной физики. Еще у меня есть знакомая. Квантовый. Да, и еще у меня есть эти самые подрывники, которые мешают химию и делают взрывчатку в домашних условиях. Ссориться. А? Ссориться с вами не нужно. Да, вот этот товарищ тоже, он такой очень. Очень такой простой вообще в разговоре. И добрый. Да, вообще очень добрый. Да, то есть он и слова не скажет, просто взорвет и все. Он даже спорить не будет. Он говорит, а, окей, нет проблем. Пока. Значит, у нас есть проблема с добавлением элемента и с освобождением элемента. Окей, linked list, он призван решить проблему добавления и удаления элемента. Каким образом он это призван решить? У нас есть структура памяти. Он тоже. Кто? Он тоже. А вы знаете, нет серебряной пули. Всегда есть что-то да, что-то нет. Поэтому у нас есть некая структура памяти, в котором лежит значение. Я напишу здесь буковку А, потому что это значение может быть любого типа. И у нас есть указатель на следующую ячейку памяти. Кто там? Кто-то меня спамит. И так далее. Понятно, да, идея? Что в результате мы получаем? Если нам надо добавить элемент, да, если мы хотим вдруг добавить элемент внутрь, то что нам надо сделать? Надо опять скопировать все эти элементы правее, высвободить место и вставить сюда. Опять проблема. Что же нам дает linked list?
Мы хотим добавить новый элемент. Мы делаем ОК. Привязали сюда новый элемент. И установили связь. Сложность какая операция? Вот, вот единица. Ну, константа, окей, вот единица. Хотим добавить сюда. Создали структуру. Привязали сюда. Опять вот единица. Хотим удалить элемент. Взяли, сказали, теперь вот так. Хотим добавить элемент. В общем, сплошное удовольствие. Но ничего не приходит бесплатно. Для того, чтобы достать элемент по индексу, нам все. Вот условно говоря, какая сложность обратиться к этому элементу, строго говоря, по от n. Почему? Потому что мы не знаем, где этот элемент раз, какая длина списка, может быть. Ну, строго говоря, это длина массива. Почему? Потому что, чтобы к нему добраться, у нас нет адреса этой ячейки. У нас есть адрес только первого элемента. Ну и последнего. Failed. Понятно, да? И благодаря тому, что у нас есть структура, которая хранит эту цепочку, она хранит указатель на голову, хранит указатель на хвост. У нас операция добавления к голове, удаления с головы, добавления к хвосту, удаления хвоста, добавления в середину и удаления из середины, при условии, что мы уже находимся где-то здесь, то есть нам не надо искать эту ячейку. При условии того, что мы там где-то ходим, мы нашли ее, о, и сюда надо добавить. Тоже о от единицы. Понятно, да? Давайте подведем результат. Вот у нас есть ArrayList. И вот у нас есть linked list. И мы будем рассматривать следующие операции. Мы будем рассматривать доступ по индексу. Мы будем рассматривать add remove head tail. И add remove в середине. Давайте заполним эту табличку и дальше порассуждаем. Доступ к элементу на ArrayList. Сколько занимает времени? О от единицы. На linked list? О от n. Дальше. Добавление, удаление в голове. Все то же самое в ArrayList подразумевает копирование ArrayList, строго говоря. И, соответственно, это какой-нибудь OOT, но и то под вопросом, потому что скопировать всю структуру данных, это непонятно, сколько занимает. Но нас не интересует константа. И теперь главный вопрос. Какая структура лучше? Из этих двух.
Почему? Тут как бы субъективное. Субъективное, да? Отлично. Субъективное. Я вас расстрою. Когда вам говорят такой вопрос, ожидайте подвоха. Когда вас на собеседовании спрашивают разницу между аре и стоп, вы ни в коем случае не должны сказать одно либо другое. Первый вопрос вы должны сказать, в каком случае вот какую задачу. И начать вот это вот объяснение. В этой таблице достаточно провести, сделать две строки. Доступ по индексу и добавление, удаление элемента. Неважно куда, потому что, видите, условия одни и те же. Надо все равно что-то копировать, что-то двигать. В общем, целая катастрофа. Вопрос? Нет, не вопрос. Я просто дальше говорю, что именно под какую задачу. Окей, хорошо. Поиск у них одинаково плохой, потому что когда нам надо найти элемент, не всегда опять расстроен. Кэшмап опять не всегда лучше. Мы рассмотрим на следующих занятиях. Окей. Что мы будем делать сейчас? Мы сейчас будем писать свой linked list. Да. А? Зачем? Уже есть. Вы должны понимать, как это устроено, как это работает, для того, чтобы понимать, в каких случаях его. Например, в Scala на linked list нету метода для доступа по индексу. Ибо если тебе нужен доступ по индексу, то, наверное, тебе linked list не нужен. Ну, то есть они дают понять, что товарищ, ты не прав. Ну, скорее всего. Ну, то есть, когда мы добавляем, удаляем элемент, мы всю структуру данных не трогаем. Она как была в памяти, так и остается. Но опять-таки за все надо платить. Каждая ячейка находится в памяти, и вот этот указатель на следующую ячейку занимает место. Но за счет этого мы получаем супербыстрое добавление, удаление элемента. Итак. Первым делом я бы начал с того, со структуры, которая будет хранить эти данные. Я назову файл xlinkedList, на всякий случай с другой буквой, потому что когда вы внезапно сделаете метод, который, класс, который совпадает с джавовским именем, то вы внезапно обнаружите, что можно выстрелить себе в ногу очень классно, потому что классы, которые находятся в текущей папке, они импортятся автоматически. Выглядит это следующим образом. Класс LinkedList. Валидно? Валидно. Правильно? Я так, чтобы было совсем валидно, я напишу здесь тип А. И тут я начинаю себе писать приложение. И тут я пишу new linked list. Integer. Отлично. И тут я начинаю добавлять в него элементы. И что-то начинает происходить не так. И мы начинаем нервничать. Что же идет не так? И ладно, когда
у нас нет такого метода, и мы можем предположить, что что-то пошло не так. Но если у нас этот метод есть, но он с другой сигнатурой или с другим поведением, то я гарантирую не один час убитого времени. Понятно, да? Понятна проблема? Поднимите руку. Вам понятно. Вот, поэтому мы не называем классы так, как они называются в Java. Мы всегда делаем какое-то переименование. Безусловно, в каких-то некоторых случаях нам надо подменить класс, который в Java, но это какие-то очень-очень-очень конкретные случаи, мы четко понимаем, что мы делаем. Вплоть до нового стринга, вплоть до нового, ну, любого нового класса для того, чтобы, не ломая весь код, придать ему новую функциональность. Но тут надо крепко-крепко думать, что мы делаем. Вот. Сейчас мы этот linked list будем переименовывать, и, возможно, у нас... Нет, все произошло, все хорошо. Из подсказки, linked list находится в другом пакете. Для того, чтобы заимпортить его из Java, на самом деле всего-навсего надо было написать import Java util linked list. И теперь у нас используется linked list, который в Java. Но это такая преступная штука. Вот ты не написал импорт, у тебя вроде все хорошо, но все не то. А? Я гарантирую, что И вот бывает даже сейчас, вот вне зависимости от опыта, потому что глаз замылен, я на импорты вообще не смотрю. Ты пишешь код, ты рассчитываешь. У меня импорты всегда сложены в одну строку, я никогда на них не смотрю. Я закончил писать код, я нажал Shift Command O, импорты очистились лишнее, все, я закрыл. Я на импорты смотрю только когда что-то работает не так, как надо. Окей. Какая нам нужна структура для того, чтобы... Как будет выглядеть наш класс, который хранит наши данные? Скорее всего, это будет некий класс, который будет называться нода. Узел. У него будет два поля. У него будет поле типа A value. И у него будет поле типа next. И у него будет поле next. Какого типа? Совершенно верно, типа нода. Я сделаю один конструктор ему. Final. Я люблю final, потому что где подсказывает сразу синтаксис для создания конструктора, потому что если поле final, единственный вариант его инициализировать только в конструкторе. И это дает вам супер крутые свойства, потому чтобы не выстрелить себе в ногу. Единожды присвоив это значение, вы его никогда не можете поменять и никогда не можете удалить. Ничего с ним сделать не можете. Это очень хорошо. Окей. Идем дальше. И на этом linked листе будет метод public add. Окей, пока void. Он будет принимать что? Будет элемент принимать элемент A типа A. И он будет, естественно, это надо... Он не расчехлился еще. Окей. Если у меня есть какой-то код, который еще не написан, я всегда ставлю здесь throw exception. Для чего? Для того, чтобы если я случайно его вызову,
чтобы я не получил неожиданного поведения. Я получаю exception, и я понимаю, что что-то еще не заимплементировано. Понятно, да? То есть если я вызываю вот этот вот ADD1, вот если бы там не было кода, у меня бы код тихо отработал, и ничего бы не произошло. А тут я четко получаю exception, not implemented yet, и я понимаю, что надо чего-то делать, чего-то смотреть, и я никогда не пропущу реализацию того, что надо. Если вы пишете какой-то метод, работаете над каким-то функционалом, который не закончен, потрудитесь расставить exception. Я не люблю постоянно писать throw, new, legal, argument, exception. Мне лень. Я задекларировал переменную в другом классе и периодически импорчу ее. Точки остановки в дебаггере? Открою вам секрет, я ни разу не пользовался дебаггером. Я, кстати, блин, тоже что-то не пользуюсь. Не знаю, почему не быстрее разбираться. Нет, ну, штука, ну, смотрите, штука бесконечно удобная. Но как только вы начинаете привыкать к написанию тестов, и вы начинаете тестировать все и вся до того, как вы написали вагон кода, то вам, в принципе, дебаггер не нужен, потому что вы написали одну функцию, протестировали ее, написали вторую, протестировали. Вы написали композицию из двух функций, но она, скорее всего, будет работать, потому что первая протестирована и вторая протестирована. Правильно, да? Да. И что? Что-то надо было. Так кто написал? Кто написал к тому вопросы? Ну, вопрос к вам. Пишите тесты на. Пишите, делите функцию на маленькие функции, пишите тесты. Каждая функция должна начинаться со строки return. Если у вас не получается начать код со строки return, значит что-то идет не так. Плохой доступ. Окей. Ваша задача сделать его хорошей. Так. Окей. Вот мы будем добавлять наш элемент куда-то. И как нам надо понять, как мы можем вообще понять, добавился этот элемент или нет? Какой следующий метод на LinkedList нам нужен для того, чтобы, скажем так, начинать его использовать? Вообще наш первый метод на любой структуре, которая... А getNext, наверное, нет. GetNext, наверное, как? Может быть, GetNext и нам нужен, но по факту он нам не нужен, потому что у нас всегда есть поле Next, к которому мы можем обратиться. Я на самом деле сейчас о другом. Вот, допустим, мы не знаем о том, что это нода, ничего не знаем. Вот мы добавили элемент. Какое следующее поведение вы бы хотели получить от этой структуры вообще? Какое бы вы... Вот вы пользуетесь структурами ArrayList, например, LinkedList. Какой бы вы следующий метод использовали, скорее всего? Вот, совершенно верно. Я бы написал boolean какой-нибудь B равняется LL contains. И contains, я бы сюда передал свою единицу. И, соответственно, contains — это первый метод, который мне надо реализовать. Ну, первая пара методов, согласны, да? То есть ценность структуры без наличия метода contains, она такая себе под вопросом. Согласны, да?
Окей, элемент А. Я не буду делать return false, я по-прежнему поставлю show not implement для того, чтобы не забыть ничего написать. Точно так же я напишу public int length. Мы сегодня будем длину писать четырьмя разными видами. Мы будем писать длину итеративную, длину рекурсивную и длину tail рекурсивную. Вот. Будем длину писать. И, ну, для начала это пока... А, ну и toString надо бы написать, потому что надо бы иметь возможность это дело распечатывать. Ну, как-то на экран, правильно? Потому что, не имея toString, сложно написать... ну, что? Не имея toString, ну, было бы неплохо иметь toString для того, чтобы иметь возможность печатать вообще нашу структуру. В таком виде, как она у нас есть, а не просто крокозябли с адресом памяти. Окей. Давайте начнем с метода. Давайте начнем с contains. Contains на самом деле проще, чем add. Где мы будем искать наш элемент? Среди наших нод, правильно, которые созданы. А где находятся наши ноды? Да, совершенно верно. У нас будет переменная, которая будет называться, она будет иметь тип нода, и она будет называться head. Поднимите руку, кому это понятно? Голова. Ну, потому что вот это называется голова списка. Вот. Tail с другой стороны. А тут head. Не понимаю. Потому что каждый из нодов является родителем ведущей. Да. Кроме первого и последнего. Окей, идем дальше. Это всем понятно, да, что нам нужен указатель на голову, с которой мы начнем итерацию. Давайте представим, что там уже что-то есть, и давайте напишем contains. Contains мы напишем в трех разных вариантах. Мы напишем contains итеративный, мы напишем contains рекурсивный, и мы напишем contains tail рекурсивный. Вот, это будет... Потом мы напишем длину итеративную, а длину рекурсивную и длину tail рекурсивную. Потом мы напишем... ADD мы напишем в конце, потому что ADD на самом деле это сложно. Там будет много ифов. Я пока меня этот код не интересует. Безусловно, мы его напишем тоже. Вот, но вообще наше занятие сегодняшнее будет сосредоточено на трех методах. На методах contains и на методе длина в трех разных реализациях. Почему в трех разных реализациях? Потому что linked list — это первая структура, которая очень натурально подходит под рекурсию. Понятно, да? И мы будем практиковаться сегодня в рекурсии. Потом мы напишем методы add head, add tail, remove head, remove tail, add after, add before, remove after, remove before. Напишем элемент get by index, например. Get напишем тоже в трех вариантах. Это что?
Да. Да, все реально, все, все будете сейчас писать. Так, это дело я заливаю в репозиторий. И начинаем писать. Представьте себе, что код запускать не надо. Хотя бы давайте напишем код, который компилируется. Правильно? Поднимите руку, кому понятна задача. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Начинаем с любого метода, кто на что гораст. Но, пожалуйста, начинаем писать, потому что вы должны практиковаться с этой штукой. И это, безусловно, пишется в течение 10 минут все, но вы должны написать это дело сами. Если вы напишете это за час или за полтора, это абсолютно окей. Потому что, еще раз, задача не показать мастер-класс, а вы должны вот постараться, помучиться и потом увидеть, как это должно быть. Кто напишет первый, дам возможность выйти к доске и объяснить кому-нибудь, и объяснить аудитории. У вас есть супер крутая возможность. Написать это всеми методами? Хотя бы три метода по одной реализации. Но будет лучше, если вы... Ну, возьмите для начала один метод, одну реализацию. Другой метод, вторую реализацию. Хотите попробовать тот же самый метод, другую реализацию? Пишите так. Вы должны понять, чем они отличаются и так далее. Онлайн-код весь в репозитории, можете забирать репозиторий и можете писать. Thank you.
сейчас уже пишут get ноты по индексу получения и удаления пишут. Даже то есть тест будет не работать, и это хорошо, что тест будет не работать, а вам надо починить ADD. Потом, когда вы почините ADD, у вас сработают тесты и на ADD, и на контейнер, правильно? И вот сейчас я буду продолжать вот этот код с написанием теста. Мы посмотрим, чем этот подход классный. Как компилиция. Это вообще круто, потому что у меня бывает ситуация, что я могу 2 или 3 дня писать код, который не компилируется. Реально сложно. Ну, очень всего лишь. Да. Потом возникает следующий момент. Идея красит красного, компилируется. Идея показывает без красного, а оно не компилируется. А, допустим, XML, там вообще ничего не красит. А если красит, то... Продолжение следует...
Эд написал? А ты какой Эд написал? Потому что я не написал такой писатель, как минимум два. Ну, я который сначала контент, после хеда. Там преимущество не добавлял, там вторую ноду, чтобы с конца стоять. Потому что в скале вообще ADD только один, который ADD head. А тут же в Java там два, там преимущество. Да, да, да. У нас просто идея ADD head, то ADD в том, что он работает до единицы. И ты можешь выюзать всю структуру, и она остается методом. Ой, от единицы можно и с тейлом. А? Тоже, о, от единицы можно и с тейлом, почему нет? Если тейл уходит. Да нет, она immutable получается. Тоже. Если к хэду добавляешь. Лист остается immutable. А если к тейлу, у тебя лист получается immutable. Если у тебя тейл, к хэду добавляешь, то у тебя получается... Вот у тебя есть структура, допустим, x, y, так? И вот это на нее указатель. Если ты добавил голову, а, это тот же самый список, только с другой головой. Ну, а так будет тот же самый тейл, только с другой головой. Но проблема в том, что у тебя поломается последний элемент, если ты квесту добавляешь. То это плохо. Поломается хед. Это один, это старый, это новый. Старый бы не поломался. Честно говоря, не вижу разницы. Которая невменяемая, то есть вот эта штука не поломалась. Ты... Тогда если я добавлю к хвосту, то вот то, что она было перед... Она поломалась. Почему? Почему она поломалась? Что значит поломалась? Изменилась. Почему? Потому что ты добавил хвосту, туда, раз, и одна и та же ссылка, она сохранила одни данные, теперь она хранит другие данные. Из-за измененной вот этой ссылки. Ну, строго говоря... Ну, можете посмотреть мой код, может быть, я что-то неправильно... Нет, он рабочий, он валидный, но он, скажем так, не такой, не сильный. Ну, если ты хранишь head и tail и добавляешь к tail, то он будет работать самостоятельно. Так что тут не имеет такого получается? Это была последняя нода, которую ты показываешь. У нас там получается какая-то где-то почему нет. Потому что у нас здесь void. Пока у тебя все возвращает void, у тебя вообще все плохо. А что он должен возвращать? Новый список. Старый не должен меняться. Если я сделаю все линки final, вот представь себе, что все линки final, то есть ты ничего не можешь делать. Ты можешь вернуть новый список. Подумай, можешь ли ты добавить к хвосту, можешь ли ты добавить к голове. Понял? Сейчас. Просто напиши один final на next. Тогда и на previous надо поставить marble final. У меня нода хранит previous еще. Написал это связанный список. Ну да. Я хочу начать с теста. И, естественно, тесты не будут покрывать вот капец все, но, по крайней мере, они... Я покажу подход, с помощью которого можно это дело... Ну, начинать писать тесты в простом виде. То есть вот у нас есть linked list. И мы делаем здесь аннотацию тест
И мы пишем public void test1. А здесь мы пишем... Окей, мы пишем new xlinked list типа integer. И мы говорим, что ll add, мы можем написать assert equals. Что? Assert equals. Это не просто. Тогда, значит, мы пишем, что... нам еще нужна длина. Что длина списка ожидается 0. Потом мы говорим, что ll add 10. И теперь мы утверждаем, что длина списка будет 1. А теперь мы добавили еще два элемента. И мы утверждаем, что длина у нас будет равна 3. Вот у нас есть один тест. Согласны? После этого, в принципе, мы можем написать такой же тест на contains. Мы должны написать, что false ll contains 55. После добавления 10 у нас, наверное, ожидается contains от 10 должен выдать true. Понятно, да? То есть вот такого вот плана мы можем писать тесты. Поднимите руку, кому понятно? Вот. И я рекомендую писать тесты всегда. Почему? Потому что если вы не можете написать тест на свой код, безусловно, мы не берем код, который печатает что-то на экран. Мы говорим про тестирование бизнес-логики, у которой всегда есть вход и у которой всегда есть выход. То... смотрите, если вы что-то берете из библиотеки, то, конечно, это тестировать не надо. Тестировать надо тот код, который вы написали. Не вызов библиотеки, а тот код, в котором присутствует логика. Например, вы отсортировали из списка пассажиров, кому есть 18 лет. Ну, неважно. И на этом написать тест можно, потому что в том тесте где-то присутствует какой-то if, который должен отработать. Понятно, да? Вы должны сделать, условно говоря, коллекцию с пассажирами, проверить ее размер, потом отфильтровать и убедиться, что ее размер стал другой, соответствующий количеству пассажиров, которым есть 18 лет. Понятно? Ну, просто бывает так, что какой-то метод, пишет какой-то метод, а там какой-то результат как-то нам однозначно нужен. Смотрите, когда вы что-то используете, это тестировать не надо. Вот в этом и заключается сложность тестирования, потому что пока мы просто вызываем чужие методы... Мы же можем тоже не совсем правильно использовать. Ну да, можно неправильно использовать, но тест написать не то, что сложно, но немножко бесполезно. В принципе, тест нужен на что? Тест нужен на... Еще раз говорю, на тот код, который вы написали. Вот почему мы пишем тесты? Потому что мы пишем реализацию linked листа. Понятно, да? Нет, ну вот просто вот предыдущие, там вот, ну, вернее, стендап, который был, там, по сути, мы все использовали в библиотеке. И реально там у меня только два теста было, по сути, на типа создание хэша по воле и все, как генерится этот самый. И потом назад, типа, как, ну, вернее, как сравнивается.
два. Два теста, которые у меня, я больше даже не мог придумать, что еще там связанный список не получится сделать именно. Конечно. Получится, надо сделать этот самый. Просто его копировать. Да, очень непродуктивно. Ну, поэтому связанный список никому не нужен. Его реально никто не использует. Я разговаривал с чуваком, который написал связанный список в Java. Double linked list. Ему Oracle за это заплатил там типа 25 лет назад. Ну, он типа в Oracle работал. Еще в Sun тогда. И он говорит, я за 22 года ни разу не использовал double linked list. То есть, типа, я его написал, я автор, у меня моя фамилия стоит в этом самом. Типа, в начале класса. В начале класса, говорит, ну, я его ни разу не использовал. Больше, чем за 20 лет. Вот образец того, что вот вам говорят сделать, оно, ну, семантика у него очень слабая, такая притянутая за уши. Но linked list на самом деле в Java он двусвязный. Почему? Потому что на linked list есть, кроме итератора, у нас есть reverse итератор, и можно идти с... Есть реверс-итератор, который позволяет с хвоста идти в начало. Вот. А это может быть сделано только из-за присутствия обратной связи. Окей, тесты мы написали. Минимальные, они, безусловно, не покрывают. Я бы начну с написания первого теста. Я добавлю один элемент и... проверю длину. Безусловно, этот тест сейчас поломается, и это есть хорошо. Это говорит вам о том, что вам есть что делать. А? Нет, вам надо починить реализацию, потому что здесь достаточно логично, что вновь созданный linked list содержит длину 0. Если мы в него что-то добавили, эта длина должна стать единицей, как минимум. Правильно? Давайте подумаем, как мы можем это дело написать. Давайте ADD пока не трогать. Давайте начнем с рекурсивного, с итеративного контейнера, потому что, наверное, это пока проще для майндсета. Что? Ну, мы должны пройтись по нашей цепочке и удостовериться в том, что... и посчитать количество наших элементов. И можем это сделать следующим образом. Значит, len — это длина наша, изначально она 0. В конце мы ее вернем. И здесь мы пишем... return... стоп, это контент, нам длина нужна. Мы начали писать длину. Так, длина итеративная. Окей, okay. Int length равна 0. Return length. Здесь дальше все просто. Нам нужно, как в любой структуре, когда у нас больше, чем один элемент, и мы осуществляем какую-либо навигацию, нам нужен указатель на текущую структуру, переменная, которая хранит этот. Мы декларируем переменную типа нода current. И мы начинаем нашу итерацию с чего? С того момента, когда current находится на... На чем? Чем? На head. Совершенно верно. Что мы дальше пишем?
next. Функционал. Вот даже меняем current. While current не равняется null. Пишем. Current равняется current. Присваивается, не равняется. Казнить нельзя, помиловать. Окей. Есть вопросы к этому коду? Все написали? Супер. Чем отличается contains от длины? Что в момент, когда мы... Он не отличается вообще ничем. С одной лишь разницей. Мы точно так же... Нам не нужна длина. Если мы дошли до конца и ничего не нашли, что мы возвращаем? False. А если мы нашли... If current value equals a, это true. Все. Просто, да? Поднимите руку, кто написал это. Больше половины. Отлично. Длина есть. Достать по индексу. Чем отличается от длины? У нас есть индекс. Я его назову вот эту штуку x. Только здесь будет не current, не равняется null, а здесь будет что-то немножечко другое. Потому что здесь будет, наверное, посложнее. Почему? Потому что, кстати, get возвращает тип A. Get возвращает тип A. Но это самая меньшая проблема. Меня интересует другое. Вот у нас есть вообще сигнатура. А что у нас, что мы должны сделать, если индекс больше длины? А где написано о том, что нам мы должны бросить exception? Да, да, тут вопрос вообще философский, экзистенциональный. То есть это вообще вопрос, это вообще самая главная проблема программирования. Вот мы сейчас подходим к самой важнейшей проблеме программирования. У нас есть контракт. Get. У него есть одной параметр индекс, одной параметр элемент A. Мы можем соблюсти этот контракт в 100% случаев. А кто может сказать, сколько методов в Java соблюдает контракт на 100%? Это конструкция для лечения болезни. Это костыль. Да, это костыль. Такой крепкий. Окей. Мы можем соблюсти контракт? Нет. А какие есть варианты решения данного проблемы? Данной проблемы? Давайте перечислим все, которые вы знаете. Возвращать optional. Возвращать optional, отлично. Дальше. Переназвать get на get or exception для того, чтобы прямо сказать, что exception будет явно в программизме. Да. И третий? Null. Это отлично. На самом деле все три варианта имеют право на жизнь. По одной простой причине.
они так либо иначе отделяют успешное событие от неуспешного. А в случае с налом, ну, мы в инструкции пишем, нал будет возвращен в случае отсутствующего индекса. Если exception, мы пишем в инструкции, exception будет брошен в случае индекса out of range. С optional все просто. Потому что сигнатура optional сама за себя говорит. Нет, вот. Когда мы уже меняем сигнатуру, тогда уже будет не A, а optional. А, да. Соответственно, вот сейчас мы подискутируем на эту тему, какие возможные вообще варианты сигнатуры. То есть вот эта вот сигнатура на самом деле нельзя соблюсти. Правильно? Соответственно, для того, чтобы сделать ее хоть как-то рабочей, мы можем написать, что null will be returned in case of index out of range. Валидный вариант? Валидный. По крайней мере, мы написали это здесь. Но проблема в том, что мы это можем как-то написать здесь. Нет, это плохо. Я брошу здесь exception, просто почему, чтобы мы не вызвали этот метод и не думали, что он у нас что-то работает или что-то возвращает. Это кейс, но это кейс такой себе. Следующее решение, следующий вариант решения проблемы – это мы здесь можем написать throws index out of bound exception. Вот это вообще супер вариант. Ну, то есть как? Супер в том смысле в чем? В том, что у нас есть сигнатура, которая нас не обманывает. Мы смотрим на сигнатуру и понимаем, что если что-то прошло не так, то бросили exception и об этом задекларировано. То есть мы соблюли контракт. Это очень и очень круто. И третий вариант – это вернуть optional типа A. И тогда нам не надо ничего бросать. И практически нам, что хорошо, не надо писать никакую инструкцию, потому что, скорее всего, когда мы видим optional в результате, мы подразумеваем о том, что может быть, может не быть. Ну и вполне логично, что его может не быть. Например, в Scala метод get на мапе возвращает всегда optional. Он null никогда у нас не возвращает, в принципе. Мелочи приятно. Окей. И, соответственно, вот, это вот, вот этот вот вариант, он, в принципе, неправильный. Почему? Потому что нет инструкции, но нету JavaDoc, который показывает. Обратите внимание, знаете разницу, да, между таким комментарием и вот между вот таким двумя звездочками? Знаете, нет? Смотрим внимательно. Да, и это очень важная штука. Смотрите, вот у нас есть приложение. Мы вызываем метод, который называется getIT1 iterative и 2. Get1 и get2. Неважно, что тут написано. Суть не в том, что написано. Суть в том, что когда мы наводим мышкой сюда, что мы читаем, что мы видим? Мы видим наш написанный код. То есть все, что мы напишем там, будет показано тут. И это очень хорошо. Ежели мы написали тут, то, безусловно, здесь будет тоже написано, что он бросает exception, а наш код, который без второй звездочки, он не присутствует. Видите? Вот этот код, который null will be returned, он появляется. Вот этот hello, он... Просто нормальные методы. Типа get or null.
Я сейчас не говорю о том, как называть методы. Называть методы, безусловно, надо. Но есть куча кейсов, когда вам нужна вот эта инструкция. Когда у вас 5 параметров, и 4 из них дженерика, окей, 3, и вам надо написать, чего вы ожидаете от вашего пользователя. Правильно? А, у меня сейчас есть код 7 параметров, 7 дженериков. 7 параметров типов. Нет. Окей. Так. Значит, это то, что вот мы сейчас рассуждали, это не вопрос, как правильно, как неправильно. Это на самом деле больше, я же говорю, чуть ли не экзистенциональный вопрос, потому что я бы придерживался либо вот этого подхода, либо вот этого. Почему? Потому что здесь надо читать инструкцию, здесь есть сигнатура, и здесь есть сигнатура. Понятно, да? Поэтому что делаем мы? Мы делаем вот эту вот версию, которая ловит exception. Почему? Потому что мы будем бросать exception, если не нашелся индекс и так далее. Я напишу вот этот коммент не hello, а напишу this will not be shown. Окей. Мы ничего этого реализовывать не будем. Мы сейчас реализуем, как достать элемент по индексу. Мы первым делом должны проверить. Мне задают часто вопрос. А здесь писать типа current меньше либо равно, ну, не равно null, либо x меньше, чем индекс. Ответ на этот ответ на этот вопрос очень простой. Ответ в том, что если мы перейдем на current next, то мы получим exception. А если мы дошли вдруг до конца списка, что мы должны вернуть? Метод get. И мы дошли до конца списка. Вот у нас типа... Окей, давайте писать. У нас есть x, который текущая позиция, pointer. Окей, давайте переименуем его current. Current index. У нас есть current index. И у нас есть current нода. И мы должны посчитать этот индекс и взять значение при условии, что мы дошли туда, куда надо. If. Current мы не проверяем. Current уже здесь проверился. Что мы пишем? Мы пишем, что если мы дошли до туда, куда нам надо, что если current индекс равняется тому индексу, который нам нужен, то есть все хорошо, мы дошли. Что мы делаем? Что возвращаем? Current value. Current — это нода. Мы возвращаем элемент. Current указывает на всю ноду. И на элемент, и на значение, на всю коробку. Все понимают, что вот наша нода, она состоит из, в ноде есть три значения. Когда мы говорим, что current, мы говорим, мы читаем всю ноду. Когда мы пишем current value, мы обращаемся сюда. Когда мы говорим current next, мы обращаемся туда.
Можно вот вопрос такой, ну, понятно, ну, типа нода это всегда объект, который собственно. Нет, у ноды, нода – это значение ноды, это объект с двумя полями. Нода – это указатель. Нода – это всегда то есть указатель на типа, как текущее там какое-то, да, значит, на элемент в памяти, в котором находятся все поля, которые присутствуют, которые задекларированы в ноде. Любая переменная в Java – это изначально указатель. Указатель памяти. Понятно? Это всем понятно? Супер. Давайте. Почему что? Но previous у нас нет. У нас вы что задекларируете, то у вас и будет. У нас на этом объекте два поля задекларировано. Это могут быть объекты типа person, pizza, все что угодно. Это может быть сколь угодно сложная структура. Потому что вот это value, это тоже указатель на ту структуру, которая типа A. Это может быть linked list из person, из пиццы, из каров, из чего угодно, из animals. Согласны? Окей, возвращаемся к get. Если индекс равняется, return current value. Ура! Если он не равняется, сдвинули индекс, сдвинули указатель. Если мы дошли до конца и не нашли, вернее как, если мы дошли до конца, у нас current равняется null. Это значит, что индекс у нас больше, чем длина. И мы просто бросаем здесь throw new index out bound. Можно что-то написать? Можно. Вот не надо писать, лишь бы что. String format index percent d is out of range. Да. И здесь мы пишем, передаем два параметра. Запрашиваемый индекс был индекс, а реальная длина current index. Вот и все. Что? Ну вот я просто взял это и имеется в виду просто. Я захотел. Это просто мой текст. Это ваш текст. Здесь два плейсхолдера. Вот первый D заменится индексом, второй D заменится current индексом. Все. Потому что это запрашиваемый индекс, а это реальный индекс. Это запрашиваемый, а это реальный. Окей? Что? Перерыв. Даже если присоединять с head, там будет все равно проблема с выделенным удалением. Получается. А если удаляем голову, не будет проблемы. Мы просто возвращаем. У нас в шкале есть только добавление головы и удаление головы. Очень удобно. То есть, если вам надо выделить что-то в центре, вы перегоняете все одного в другую. Не надо мне ничего. У нас есть два метода. Добавить голову и забрать голову. Если мне надо будет что-то посередине, да. Это твои проблемы. Как это обходить тогда? Хороший ответ на все время.
Нет, ну у нас просто много-много разных структур данных. А, типа, если твои Нативный лист имеет две операции. Добавить голову, забрать голову и получить хвост. Все. А, получить голову нет. Получить голову и хвост можно. А, добавить, получить голову и хвост. Да. Ну, то, что... то, что может быть сделано, не меняя ссылок в память. Почему? Потому что у нас упорт делается на мутабилизм. То, что наши данные, не меняются. Это круто, как это было. Очень классно, когда практически ожидали. Что ожидаете, что и будет? Могу показать. По-моему, он у меня... 16 дюймов рулет, конечно. Да, он, по-моему, здесь находится в 7. Думаю, на лице прошки 16 дюймов в осени. Который на Unreal. Да, который на Magic. Ну, собственно говоря, сейчас найдем. Так, это алгебра описана, это парсеры описаны, это эти самые, это eval. Сейчас найдем. Если сейчас учить плюсы и сишку или скалу, что лучше? Я думаю, скала, потому что я не в том смысле, что сишка это плохо. Вот, a simplified algebraic expression. Вот. Сишка это долго. А сложно найти на ней работу. Это кроме embedded. Кроме что? Embedded. Вот смотри, вся вот эта беда с теста, занимает 350 строк. Вот. И она, что она делает? Там что-то рантами дописывается? Нет, конечно. Она... А, тут нет ссылки на что. Ну ладно, окей, где-то тесты спрятал далеко. В общем, идея в чем? По-моему, не сильно широко так, по-честному, если. И она трекает абсолютно все ошибки и выдает, где, в какой позиции синтаксическая ошибка.
В общем, начинаем мы вообще с простого, что у нас есть класс, который хранит моном, коэффициент и степень. То есть все банально просто, видишь? То есть мы начинаем вообще с базы-базы. И добавляем методы негатив, zero, sign, make string и так далее. То есть мы делаем все для того, чтобы... Методом не объявляется, какой тип они возвращают. Ну, типа я вижу, что там boolean будет возвращаться, но вижу только def-define. Ну, если компилятор может посчитать, то можно не писать. Если не может посчитать рекурсия, например, тогда ты вынужден написать. Компилятор же не всемогущий. Вот, и так далее. То есть это что-то вроде строгой типизации? Нет, это строгая типизация, но по синтаксису как Python. Да, по синтаксису немножечко похож на Python. То есть вроде как все сам вычисляет, нельзя разные типы совмещать, да. Как в JavaScript, но да. При этом ну, тут типизация строже, чем в Python. Подожди, тут типизация как в Java, еще даже жестче. Чем в Java? Конечно. Но а чем она жестче? Она жестче тем, что ты можешь указывать, где или что тип находится в ветке тут, выше, ниже, что тип выводим. Ну, короче, сложно. То есть у него система типов, это машина Тьюринга, и ты можешь указать это полностью в типе. То есть ты можешь рекурсивно вывести тип, сам того не подозревая, что он выводим. А компилятор поймет, что он выводится. Вот. А моном это то же самое, это объект, к нему чтобы строить, видишь, я на него методы прилепил, чтобы можно было через плюсик их складывать, это делает просто sequence, вот, и так далее. А потом полином это последовательность мономов, тоже со всеми методами, видишь? Вот, но жирно наступает expression, это... Это значит, что A+. Это значит то, что... он будет работать со всеми типами, которые extended A. То есть это типа extends. Это как знак вопроса, extends, что ты там выжали? Да. Да, это extends. То есть я просто пишу плюсик, и он становится у меня ковариантом, то есть работает со всеми наследниками автоматически. А если не было бы плюса только с этим? Только с этим типом, те, кто его extended, уже не будет работать. Уже есть синтаксическая ошибка, мгновенно компилятор не будет, ну, уже не скомпилится. То есть вот такие вот штуки тоненькие, ну, в Java тебе надо очень много писать, чтобы этого достичь. А не может быть такого, что компилятор только в рантайме сообразит, что типа, ой, блин, тут... Компилятор работает только в компайл-тайме, это JAR-библиотека. Вся скала — это JAR-библиотека одна. Это один JAR-ничек, компилятор. Вся скала — это одна JAR-библиотека. Все сильно проще. То есть весь этот синтаксис работает, делается одной библиотекой там на, типа, на 10 мегабайт и все. Типа рефила, как у нас в JavaScript есть, ну, та, да, штука, да, которая там, да, во все типы Java, да, Babel, там Webpack он собирается. Вот это вот Webpack с Babel, который, да, транслирует, да, это, да, все, да, в Java. Да, фактически так и есть. Прошлый раз он, но не в Java, а в байткод сразу. Java пропускается мимо. Ну, сразу байткод. Так байткод же для Java, JVM? Да, для JVM, но не JavaScript. Как они пропустили стадию JavaScript? Ну, я понимаю, что они появляются нигде, но, может быть, он там на промежуточном этапе где-то генерится? Нету. Типа как у C++, .o? Нету. Сразу, ну, так .o это и есть байткод, строго говоря. Это объектный код. Ну, да, да, да. Но там можно... Ну, но он еще не слинкован со ссылками. Вот. Он дельты хранит только. Он же дальше идет линков. Короче, парсер... Вот, весь интерес наступает в парсере. А почему? Потому что парсер, обрати внимание, это интерфейс. Трейд — это интерфейс? Да. А дальше. И парсер я определяю как функцию из state of result. И потом на result это тоже trait, это тоже интерфейс, потому что result есть success и есть failure. Понятно, да? А где он? А, да, extends. Они extended. Result он extended типа. Вот. А дальше у тебя взрывается мозг от синтаксиса. Ну, с локейшеном все просто, это чисто для того, чтобы трекать, где ты находишься.
парсер-ор это тоже для того, чтобы просто выдавать сообщение об ошибке. То есть вот на 170-й строке у меня закончились декларации только. Вот пошла у меня реализация парсера. Вот. И весь парсер на самом деле начинается с... Очень много рекурсии, видишь? Но потом, в конце концов, наступают страшные штуки. Для того, чтобы проверить синтез... Вот смотри, вот ты кучу всего написал. Вот. Давай это все закроем. После этого у меня, смотри, какой синтаксис возьмется. То есть для того, чтобы распарсить число, произвольное integer число, я вызываю функцию number. А функция number — это не что иное, как просто digits, намапленный на то int. А что такое digits? А digits — это регулярка, которая находит d+. То есть куча цифр. Понятно, да? И я просто маплю. Это же строку возвращает, видишь? Я его маплю на ту int. И у меня получается парсер типа int. Как вот, да, ну вот регулярка нашла все диджитсы. А если возле диджитса стояла буква... А тогда регулярка не найдет, регулярка скипнет его. До первой буквы найдет. А, до первого совпадения, это не глобал? Нет, это не глобал, да. До первого, конечно. Ну тут прикольно получилось. Дальше. Я могу написать char x. Что такое char x? Это либо x, либо ошибка. А то есть только с x на y не воспринимают? Ну, конечно, здесь уже не работает, потому что char y, потому что char — это функция, которая попытается найти char c. И если он есть, то это char at 0. Если нет, то это... Идея парсера в том, что вообще идея такого синтаксиса, когда ты все парсишь и ничего не... у тебя нет ветки else, то есть здесь ветка else подразумевает уже exception. Понятно, да? То есть полностью. То есть, по сути, вот этот вот парсер, который вот это вот, он вызывается очень много раз. Да, рекурсивно, бесконечно. Ну, каждую часть файла... получается... На каждый символ, на каждую конструкцию описано. На x, на квадрат, на все. Но... Смотри, какой синтаксис я могу написать. Я себе понаписывал кучу синтаксиса. Я могу парсить сначала инты, потом чары. Как парсится степень? Степень парсится домик и номер. Правильно? Mm-hmm. Обрати внимание, я еще пока ничего не комбинирую. То есть я пока описываю базовые конструкции. Видишь, да? Что такое nx в степени p? Это типа 3x квадрат, понятно, да? Вот это 3x квадрат я хочу распарсить, например. Я нахожу номер, цифра, после которой стоит x. X — это char x, понятно, да? И есть p в степени, домик, номер. Видишь, какой синтаксис мне удалось написать? Это означает, что есть и n, и x, и p. Но в результате этого у меня получилось np, и вот это np я могу передать сюда в функцию и перемапить его уже на свой класс. И в результате у меня получился парсер типа np. То есть ты видишь, да, как я из вот этих кубиков собрал парсер двух значений. И здесь то же самое. Если первая степень, ну, типа, допустим, я паршу n в степени x, то есть, типа, там ничего дальше нету, типа, 3x. Мне же его надо распарсить, что это 3x в первой. А тоже np. N тоже np. То есть, и вот так вот по чуть-чуть, а теперь полный парсер, это я пытаюсь собрать nxp или собрать nx в первой или n, или x в степени p, или просто x. Ты видишь, какой синтаксис у меня? Вот это вот метод or. Ну, вот логично. Self or. А or — это на самом деле flatmap. Вот. Тоже гитовская электро. Не-не-не, тут ничего, тут все написано вообще, тут ничего нет, тут просто комбинация функций. Вот это вот все большая-большая комбинация. Вот вы, валятся мои выражения все.
Вот рекурсивный разбор вот этих скобок и знаков всех. То есть вот обрати внимание, как я вот с таких вот простых штук, синтов, с чаров, синтов, написал парсер полноценного полинома, который мне возвращает уже expression, дерево expression. По чуть-чуть. На Java это без позвонок. На Java, не знаю, тысяч несколько строк. Вот, обрати внимание, ну, вот эти две штуки рекурсивно вызывают друг друга, смотри. Видишь, DevMool используется в WhatsApp, а в WhatsApp идет на плюс-минус, ну. Видишь, какой синтаксис можно писать крутой? Тут круто, но тут намного емче одна строка, чем в Java. То есть в Java там одна строка, чаще всего одна операция, а тут прям вот куча операций сразу. Так, поехали. Вот, в общем... Идея в том, что я могу писать синтаксис, и это мне сильно упрощает. Так, окей, поехали. Так, почти все. А где все? Окей, у нас еще надо писать кучу методов. Вот у вас будет. Давайте. Обратите внимание, сколько много мы написали кода. Реально много. Видите, каждый метод у нас занимает по 5, по 10 строк. Давайте писать рекурсию. Итак, самый простой. С чего начинаем? Начинаем с contains. С рекурсивного contains. Значит, первая проблема, с которой вы, скорее всего, столкнетесь, в том, что вам надо где-то передавать указатель. А единственный вариант передать указатель – только в параметре. Соответственно, для того, чтобы что-то сделать, нам надо искать элемент и иметь какой-то метод, который будет вызываться. И теперь мы должны стартануть этот метод return contents R0 и выдаем, и пишем здесь, что передаем элемент A и передаем head. И мы автоматически запустили рекурсию. Вот это самый сложный момент в рекурсии. Согласны? Запустить ее, понять, в какой момент вам не хватает параметра и дописать вторую функцию. Что мы теперь здесь пишем? Мы пишем if from равняется null, тогда что? Return false. If from value equals A, return true. Если нет, return contains R0 A from next. Все. Красиво, да? А? Ну вот это вот то, почему вот рекурсия, она подкупает своей простотой, да?
Ну ведь раз написали, ничего не написали, ни одной перемены не задекларировали. А? Лаконично, да. Чем меньше кода, тем меньше шансов допустить ошибку. Как это работает? Давайте смотреть. Это очень-очень важно. Потому что пока мы писали факториал, всем было все понятно, правильно? И даже с Фибоначчи было почти все понятно. Бог с ним, то, что оно там не досчитывало, мы добавили массив, но это все 15-й вариант. Вопрос в лаконичности. Давайте разбирать. Когда вы поймете, как эта штука работает, перед вами откроется абсолютно новый мир программирования и понимания, как устроены вещи. Окей. Включай, конечно. У вас онлайн часто молчит. Мне онлайн, мне, если честно, вот онлайн молчит, и никто не говорит, что надо диску включить. А тут есть вообще кто-нибудь в онлайне? Да, есть, если что. Это приблизительно как в начале урока я на митинге был, да? Так. Вот у нас есть наш... Printed list, у которого что мы делаем? Какой мы метод только что написали? Контент. Я забыл, я написал, я уже забыл, что я написал. А? Когда придет, это хорошо. Так, давайте смотреть, что происходит. Так, это у нас head, это у нас три элемента. Вот здесь мы, например, ищем какой-то элемент, допустим, так, неважно. Здесь все понятно, да? Это все ноды, это head. Что происходит в... Давайте я на код переключусь, так, чтобы вы видели код. Так, это не то. Это что такое? Это чуть-чуть не то. А, вот. Я сюда сдвину, так, чтобы и чуть-чуть увеличу. Окей. Значит, давайте разберем сначала рекурсивную часть. Не стартовую, а рекурсивную. Давайте смотрим на сигнатуру. У нас есть contains R0. Почему я его назвал R0? Потому что это рекурсивная часть от contains R. Ничего не мешает назвать его не R0, а по-другому, точно так же contains R. Но пока мы учимся, лучше, чтобы это было другое имя, чтобы вы видели, где старт, а где рекурсивная часть. Понятно, да? Благодаря тому, что в Java есть у нас оверлоудинг, мы можем оверлоудить функцию, и это может быть тот же самый контейнер, который вот так. Но на текущем этапе это может затруднить восприятие. Поэтому я пока оставлю это вот так. Понятно, да? Чтобы было видно, что есть функция, которую мы вызываем. Вот, у нас два параметра. У нас элемент А и у нас нода. Нода, которая from. From, current, можно ее называть как угодно. Я назову, переименую ее current.
Это работает. Вот, допустим, мы находимся здесь. Давайте посмотрим на наш код. Если current равняется null, то бишь мы случайно дошли сюда. Понятно, да? То есть вот это наша строка номер 34. И в current равняется null. То есть если мы дошли до null и не нашли нашего элемента, то, наверное, нам надо вернуть false, потому что мы не нашли нашего элемента. Поднимите руку, кому это понятно? Окей. Так, у нас не null. Уже хорошо. Следующее действие, которое нам надо проверить, а вдруг мы нашли то, что нам надо. Правильно? Что мы делаем? Мы делаем current value equals a. Кстати, обратите внимание, если бы у нас был тип integer, у нас был бы, ну вот на контейнсе у нас вариантов ошибиться пока нет, но на какой-нибудь длине уже можно ошибиться, потому что и длина integer, и элемент integer, чик-чик, и уже проблемка, согласны? Можно что-то не туда присвоить, и все. Когда у нас элемент типа A, мы знаем что-то про этот элемент? Ничего не знаем. Мы знаем, что это какой-то тип A. Нет, это типизированный объект. Типизированный. Да, в скале я его даже не скомпилирую, C2 равно на него с другим типом. То есть вот я не могу написать переменная A два раза равно переменной B, а они разного типа. Оно даже не скомпилируется. Оно скажет, как ты яблоки с машинами сравниваешь. Типа, чувак, что-то не то. Окей. Строка 35, понятно? То есть 35, то есть 34 строка ловит конец списка. 35 строка проверяет элемент. А 36 делает следующий шаг. Мы запускаем contents S0. Это значит, мы тут не нашли, и мы делегируем вот этому контейнсу следующий шаг. While? Не совсем. Передаем то же самое значение, потому что мне его надо как-то передать. У меня нет никакого другого скопа. Такого замыкания в Java, к сожалению. И сдвигаю указатель на current next. Обратите внимание, поскольку у нас нет никакого варианта написать current равняется current next, единственный вариант это сделать, передать его параметр. Что? И теперь надо запустить этот метод. Чтобы запустить этот метод, что нам надо? Нам надо запустить его с головой. Мы передаем в качестве первого указателя голову контент R0, наш элемент A, начиная с header. Понятно? Внезапно этот метод получился tail recursive. Почему? Потому что фактически нам не надо возвращаться назад, потому что у нас нет никакого стейта, который мы считаем на обратном пути. Согласны, да? То есть он же рекурсивный, он же tail рекурсивный. То есть в данном случае это одно и то же. Ну вот реально, конкретная реализация. То есть contain tail recursive мы фактически удаляем. Окей, contains мы написали. Давайте теперь напишем длину. Поднимите руку, всем понятно или нет? Давай теперь будете диктовать мне, что писать, как писать. Будете смотреть на contains,
и будете диктовать мне, что нужно писать в рекурсивной длине. Как вы уже поняли, нам надо написать еще одну функцию, которая будет хранить, которая как минимум будет хранить следующую ноду. Правильно? Вот. И ее надо будет запустить, эту длину. Правильно? Что придумать? А тут вот есть два варианта, потому что здесь надо написать рекурсивную и tail рекурсивную. И здесь вы почувствуете разницу. Вот на длине очень хорошо можно почувствовать разницу между рекурсией, между head recursion и tail recursion. Вот это вот самый, наверное, показательный пример с длиной списка. Давайте напишем сначала просто рекурсивно. Значит, здесь мы просто вызываем R0 с головой. Расширить экран, пожалуйста. А, да, таки кто-то есть. Спасибо за напоминание. Не стесняйтесь, я могу забывать. Мы запускаем с головой. Понятно, да? Как выглядит рекурсивная реализация? Давайте. Так, подождите, давайте не... Что мы здесь пишем? If current равняется null, тогда что? Так, у нас функция, она возвращает... Что? Иначе? Если не null, надо начинать считать, правильно? Уже надо начинать считать. Чем считать? А, окей. Int tail len равняется len r0 current next return 1 плюс tail len. Понятно? Ну, обычно мы так не пишем. Обычно мы пишем просто здесь return 1 плюс. Вот. Но сейчас я это хочу разобрать для того, чтобы пришло понимание, откуда это берется. Мы пишем длину хвоста. То есть current не равняется нулю. Значит, там что-то есть. Правильно? И нам надо посчитать то, что есть. Посчитай. Но текущий элемент надо уже скипнуть. Мы говорим current next. То есть мы передвигаем указатель. То есть в следующей итерации len r0 придет уже не первый элемент, а второй. И он будет содержать ссылку на следующий элемент. То есть у нас в один момент времени открыта куча копий вот этих вот r0, len r0. Они вложены в друг друга и в стеке находятся. И на обратном пути, когда последний товарищ вернул 0, мы выходим из всех последних вот этих штук и на обратном пути прибавляем вот эту единицу. Понятно? Я специально не буду оставлять ее здесь 1 плюс, для того, чтобы было понятно вот этот вот момент. Всем понятно? Или... Не совсем понятно. Окей. С точки зрения математики, что такое длина списка? Это единица плюс длина хвоста без этого элемента. Длина списка без этого элемента. Согласны? Вот есть список элементов. Последовательность любых чисел. Что такое длина этого списка? Это единица плюс длина хвоста без первого элемента.
Понятно? Как факториал. Когда мы говорим, что математически, что такое длина списка? Это 1 плюс длина XS tail. Хвост. Правильно, да? То есть какой бы у нас ни был, мы не знаем, какая у нас длина. Но мы знаем, что это 1 плюс длина хвоста. Tail. Согласны? Текущий элемент, да. То есть если он пустой, empty, равняется нулю. Все. Вот это вот условие у нас прописано в строке 55. Вот это 1 плюс длина, вот этот хвост, это строка 56, а вот это вот 1 плюс, это строка 57. Все. Понятно? Всем понятно. Супер. Contains. Теперь смотрите, у нас добавление этого элемента происходит. Добавление единицы происходит на обратном пути. Давайте мы уберем вот этот 1 плюс. И напишем tail recursive решение, которое идет вперед и назад не возвращается. Да, оно будет возвращаться назад, потому что Java. Но мы будем иметь нашу длину не после того, как мы вернулись назад, а когда мы пришли в конец, вот у нас наша длина. Понятна разница? Что мы пишем? Как минимум, нам надо задекларировать вот эту переменную. Точно так же мы стартуем. Опс, да, спасибо. Так, TR. А, мы еще не скопировали. Будет у нас TR0. Будет у нас current. Здесь мы точно так же запускаем нашу рекурсию. TR0 с хеда. Но здесь есть нюанс. Вот этот 1 плюс делается на обратном пути. У меня не будет обратного пути. Я хочу это делать по пути туда. Соответственно, мне этот плюс 1 надо написать где-то в другом месте. Возможности задекларировать переменную в рекурсии никакой нету, потому что она просто потеряется между шагами. И вы не сможете использовать это значение. Для того, чтобы его сохранить как-то, нам надо задекларировать переменную здесь. Длина. И стартовать ее, естественно, с нуля, потому что мы не знаем, сколько у нас элементов. Пока понятно? Но здесь будут в корне отличаться условия. Если мы дошли до конца, и в current равняется null, что мы должны вернуть? Ту длину, которую мы насчитали. А если нет, ну, если не null, мы продолжаем считать len tr0 len плюс 1, дальше current next. Ура, молодцы, супер. То есть обратите внимание, здесь мы считаем на обратном пути, здесь мы считаем по пути туда. Потому что tail рекурсия это фактически tail рекурсия вообще компилятором преобразовывается в цикл. Вот. Но посмотрите, насколько вообще все это понятней, чем вот эта катастрофа. Безусловно, для первого занятия, наверное, вам вот этот код понятней. Но как только вы
почувствуете, как можно писать рекурсию, вам будет писать очень-очень тяжело писать дальше вайлы. Есть языки, в которых нет у них уровня вайлов. Там очень все... Они принуждают писать чисто. Нет. Haskell. Там нет ни переменных, ни форов, ни вайлов, ничего нет. Очень хороший язык. Брейков тоже нет, соответственно. Нету вайлов, нету брейка. Нету фора. В чем плюс? Код математически корректный всегда. То есть у вас нет шансов написать невалидный код. Весь ваш код — это одна функция. Кстати, в JavaScript тоже так можно написать. Там консты есть. Можно в линтере запретить вары и валы? И леты. Просто в линтере закрываешь, и все. И никаких проблем. А я напишу в линтере, чтобы TSIgnore не игнорился. Не учитывался. Потому что Java не может оптимизировать рекурсию, в tail рекурсию, не потребляя стек. Строго говоря, эти два решения, и рекурсивные, и tail рекурсивные, в Java при большой длине списка, больше 10 тысяч элементов, они скушают стек, и программа испортится. Но наша задача сейчас не сказать, ну, не говорить, что рекурсия — это плохо. Надо. Кто говорит про рекурсию, что это плохо? Те, кто до конца ее не понимают. На самом деле рекурсию можно разместить в хипе, и она не будет иметь ограничения на стек. Да, надо чуть-чуть больше кода написать. Но у меня есть реализация рекурсии, которая живет не в стеке, а которая живет в хипе. Покажу. Безусловно, там не будет такого красивого кода, там будет создаваться объект, и будет некий раннер этой рекурсии, который будет ее заполнять, который будет ее вручную ранить. И у нас возврат будет не элемент, у нас будет здесь стоять generic, и этот generic будет типа optional. Следующий шаг — это будет типа next step, то есть у этого generic будет два состояния, либо next, либо final. И мы возвращаем, условно говоря, вот здесь вот, мы возвращаем не len, а мы здесь говорим типа final, типа все, закончилась наша рекурсия. А здесь мы говорим next и описываем вот эти дельты, вот эти штуки в лямбде. И потом у нас есть некий runner, который вот эту цепочку будет ранить. Но в результате код получается рекурсивный и безопасный по стеку. То есть получается рекурсия, которая живет в хипе во всех гигабайтах, может потребить все гигабайты. Если вам не хватило гигабайтов под рекурсию, тогда, наверное, проблема с данными. А с данными... Кстати, вот почему вот вообще нет проблемы с рекурсией? Потому что в современном мире много данных в один момент не обрабатывается. Сейчас все идет в сторону стриминга. Прочитали один элемент, записали. Прочитали один элемент, обработали, записали. И так далее. Потому что, ну вот, что делать со всеми этими миллионом элементов? Ну, они могут в память не влезть и так далее. Согласны? Что? Ну да, и все. Сказать заказчику: зарплаты не будет. И тебе тоже говорят: зарплаты не будет. Понятно, да? Rollback — это плохо. Надо писать такой код, то есть надо изначально проектировать программу так, чтобы не приходилось бороться с тем, что данных настолько много, что мы не можем их обработать.
Ведь весь стриминг пришел к нам из-за того, что данных много, и мы не можем их обработать. Нам не хватает памяти. И мы не знаем, насколько нам их, сколько у нас памяти и сколько у нас элементов. Нам надо быть просто максимально бережливым. Один элемент прочитали, один записали. Окей, допустим, элементы маленькие, мы знаем, что у нас есть 10 мегабайт. Мы напихиваем элементы в буфер 10 мегабайт, обработали 10 мегабайт, записали. Но все равно стриминг, то есть какие-то единицы обработки вменяемые, будь то один элемент, будь то набор элементов определенного количества. Понятно, да? Например, мы собираем ивенты. Можно вот ивенты с движения мыши. Вот давайте вот вернемся к простому примеру. Коду, который работает в браузере вообще. Куску кода Хрома. Вот двигается мышка, отрисовывается указатель на экране. Понятно, да? У меня вопрос такой. Вот я вот сижу, двигаю вот мышкой. Нервно. Совершаю миллион движений в секунду. Ну, условно говоря, правильно? Никто не знает сколько, но много. А сколько нам надо из этих движений? Ну, может быть, не за секунду, но если мы не говорим про какую-то плавность, то, допустим, 2-3 значения в секунду нам окей, правильно? В принципе, понять, где мы есть. Мы не говорим там про суперплавность, чтобы она там вот так плыла, правильно? То есть вот это вот все нам трекать даже не надо. Что делает наш обработчик? Он складирует все ивенты по таймеру и берет последний ивент с тиком, допустим, 0,3 секунды. Все остальное он просто скипает. О, взял элемент, чик. А если нет ивентов? Он просто взял последнее значение и отдал отрисовать. Ну, потому что, может быть, там что-то изменилось. Его надо отрисовать опять. Понятная идея? То есть мы можем собирать пачку, можем собирать по одному. Но идея в том, чтобы мы выбирали, сколько сортировать, сколько собирать в пачку и как обрабатывать наши элементы. А не думали, о, у нас тут миллиард элементов, мы не знаем как, и нести тяжело, и выкинуть жалко, вдруг там что-то нужное. А на самом деле они фильтром вычищаются все, и остаются два элемента, например. Правильно? И так далее. Что? Да, например. Никто не знает. Окей, давайте напишем элемент по индексу. Давайте напишем так, мы написали элемент по индексу итеративный. Я даже не хочу смотреть на эту штуку по причине того, что она реально страшная. Ну вот, просто капец. Давайте напишем, вот с налом на самом деле она не будет отличаться вот от итеративной вообще ничем. Просто вместо этого эксепшена мы возвращаем null. Правильно? Что я могу сделать? Я напишу try get it index. Он может поломаться. Я пишу catch index out of bound. Я даже не хочу повторять код, понимаете, да? И return. Now. Обратите внимание, когда функции хорошо разрезаны, когда функции маленькие, их очень легко переиспользовать, комбинировать легко. В то же время, если у нас есть код для нала, он может быть зареюзан в эксепшене. То есть мы вызвали, если нам вернулся нал, бросили эксепшен. То есть они могут быть использованы, ну, могут использовать друг друга. Дальше. Что мы можем сделать с этим optional? Да, в принципе, то же самое. Мы можем вызвать вот этот вот try, только с той лишь разницей, что здесь мы скажем optional off, а здесь мы скажем optional
empty. Все. Нет, optional empty. Нет значения, optional empty. А здесь не nullable, здесь... можно написать optional of nullable. Вот этот вернет null, да, можно написать, да, совершенно верно. Я просто обычно, ну, не использую, ну, я... of nullable, да. Совершенно верно, спасибо. Супер. Видите, вы уже знаете optional лучше, чем я. Я просто по своей сути никогда не конструирую optional из null. Я всегда optional конструирую из элемента, а если мне надо пустышка, я всегда верну optional empty. Но вот я как-то не приучен использовать nullable, потому что у меня код null, код никогда не выдает null. Поэтому у меня всегда есть optional off и optional empty. Понятно, да? Ну, на самом деле, да, мне код... вот off null, ну, под капотом на самом деле value null empty или off, то есть... Орелсы, да, орелсы разные. Да, они пытаются сделать его консистентным. Нет, чтобы сразу сделать, как в скале, нет. Они сначала... Интересно, ну, вы учите? Да. Ну, я... Почему я говорю про скалу? Потому что я натурально выучил скалу после Java и больше на Java не пишу. Ну, то есть это как бы так, был такой натуральный транзишн. То есть, ну вот я писал, потом в какой-то момент щелк, и я стал писать на скале. Вот, потому что вот там как-то так, на удивление, были все проблемы, которые меня беспокоили, они все были решены, и у меня 100% кода джавовского работает в скале. Вот, и все то, что я написал на скале, я могу использовать в Java полностью бесшовно вообще. Не написав ни одной строки лишней полностью. 100% совместимость. Окей, давайте напишем рекурсивную. Итеративную мы достаточно много написали. Мы написали длины, мы написали contains. Давайте напишем get рекурсивный. Подсказка get, он сразу будет рекурсивный и tail рекурсивный, потому что нам назад возвращаться. Хотя я думаю, что... Да, можно вернуться назад. Можно написать обе версии. Давайте напишем рекурсивный. Значит... Первая подсказка, мы дублируем метод с нодой. Понятно, да? И сразу же возвращаем get r0 по индексу, начиная с хеда. Окей. Давайте думать, что писать здесь. Индекс, например, у нас если не нашли, возвращаем нам. Хороший вопрос. Давайте возвращать null, да. Ну, то есть абсолютно не принципиально, главное договориться с самим собой, что мы делаем. То есть поскольку вызываем мы этот метод. Null if out of null. Понятно, да? И пишем реализацию вот здесь. Итак, мы ищем, вот представим себе, что у нас список бесконечный, и нам нужен элемент с номером 2. Мы люди, у нас элементы нумеруются с единицы. Ну, хотя можно и с нуля. Но мне кажется, с единицы чуть-чуть логично. Хотя абсолютно. Окей, все.
вам возвращают этот элемент. Я люблю давать на собеседованиях вопросы нумерации с единицы, посмотреть, как люди решают задачу нумерации с единицы. Поставили и все. А, надо поставить в одном месте плюс один. Вот когда пишут везде плюс один, это плохо. А когда в одном месте плюс один пишут, это хорошо. Или минус один. Правильно. Но главное в одном месте, а не во всем коде. Сейчас суть в том, что нам надо хэт обрезать каждый раз и индекс уменьшить. Да. Значит, здесь у нас индекс 0. Здесь у нас индекс 1, здесь у нас индекс 2. То есть нам надо добыть вот этот элемент. Правильно? Если наша нода равняется нулю, первым делом, всегда, когда мы работаем с linked листами, самое первое действие – это проверка на null. Потому что если мы не проверили на null, то у нас будет exception. If нода равняется null, тогда что? Это значит, мы дошли до конца списка и не дошли. Return null, соответственно, да, но это разный null. Это null, который говорит о том, что список кончился, а это тот null, который мы возвращаем, что если out of bounds. Понятно, да, что вот этот null относится к этому null, а не к этому. Это два разных null. Этот null символизирует, что мы дошли до конца списка, а этот null символизирует то, что мы, о чем мы договорились. И именно поэтому мы null не используем. А мы используем optional. Окей. Дальше. Так, тут надо договориться. Нам надо этот индекс где-то считать. Понятно, да? Как мы его можем считать? Мы можем ввести еще одну переменную, но на самом деле нам это не надо. Мы можем его уменьшать всегда. Нам дали двойку, правильно? Вот здесь у нас 2, здесь у нас 1. Здесь у нас 0. Правильно, если мы будем его уменьшать? Соответственно, что мы говорим? Если нода точка, а нет, не нода, если индекс равен нулю, то бишь мы дошли куда искали, то есть мы начинали с двух, будем почитать, если дошли до нуля, то тогда что return? Value. Обратите внимание, в чем плюс дженериков? Потому что сразу код у вас становится нерабочий. Как только у вас момент, как вы только вы что-то не то написали, сразу у вас все красится в красный цвет. Правильно, not value. Почему? Потому что компилятор ничего не знает про тип А. Соответственно, он будет возмущаться. Окей, в любом другом случае нам надо идти дальше. Правильно? Как нам надо идти дальше? Окей, следующий элемент – это нода next. Это мы уже знаем. Как вызвать следующий шаг рекурсии? Да, и индекс минус один. И все это. Отлично. Мы же вниз идем. И все, вот это return. Внезапно все. А? Прям понятно, да? Напишите 10 разных методов всеми вариантами. И сразу все станет понятно. Почему мы сейчас не акцентируемся на ADD, на remove? Потому что надо написать 10 простых, тривиальных методов, и потом вы напишете и ADD, и вы напишете все остальное. Окей. Вопросы есть к этому коду?
начало. Мы не идем в начало, мы ноду увеличиваем. Мы всегда идем вперед. Нода равняется нода next. Мы ноду двигаем, а указатель уменьшаем. В принципе, вот это получилось у нас не рекурсия, а вот это у нас получилось тоже tail рекурсия, потому что мы элемент нашли, нам наш обратный путь уже не нужен. Почему? Потому что вот этот индекс, в принципе, его не tail рекурсив ты не напишешь. То есть здесь та же самая история, что здесь тоже рекурсия, ну, здесь получилось, но не то, что рекурсия, это tail рекурсия, то есть это сразу tail рекурсия получилась. Потому что нам ничего не надо на обратном пути считать. Понятно, да? То есть мы уже все имеем. То есть мы индекс посчитали, элемент нашли. То есть, опять-таки, Java будет возвращаться назад, но семантически нам не надо идти обратно и добавлять единицу или сумму или все остальное. Окей. То есть это же рекурсия, она же tail рекурсия. Окей. А давайте... Что мы сделаем? Да? В случае, если есть возможность использовать обе рекурсии, а наоборот, если вы пишете на языке, который есть языки, которые tail, дело в том, что tail рекурсия нормальными языками программирования оптимизируется в цикл, и код остается читаемый, но при этом безопасный, потому что он становится, компилятор из него делает while. Понятно, да? То есть вы смотрите на код, он рекурсивно чистый, а компилятор сделал из него цикл 100% без ошибки, правильно? Кстати, а это если потом декомпилировать этот LAP-класс, то мы увидим. Да, если в скале вы раскроете tail-рекурсию, декомпилируете, да, будет while. Да. А здесь, а в Java он вернет? А, в Java, да, все вернет то, что есть. Конечно. Ну. Кстати, очень классная штука изучать скалу, потому что когда вы скалу декомпилируете в Java, то есть ты пишешь какую-то дичь, которую ты не понимаешь, ну, по инструкции, а потом раскрываешь ее в Java и думаешь, о, ничего себе, я написал одну строку, а тут, блин, 10 страниц кода за меня уже написал компилятор. И геттеры, и сеттеры, и конструкторы, и то стринги, то и хэшкоды, и equals, и вообще все за меня уже написали за одно слово. И то стринг вообще все. Окей, давайте напишем то стринг. Давайте напишем то стринг рекурсивный. Давайте напишем то стринг рекурсивный. Так будет интереснее, потому что написать итеративный toString – это очень просто, правильно? Аж не интересно. Return toString app. Вот. Супер. ToString, ноду, да, но надо еще что-то передать, потому что мы же где-то будем это накапливать, а где мы это будем накапливать? Нам это же, ну, нодовский веб, правильно? А у нас рекурсивная часть будет вот эта. Вот, да, окей, давайте я назову его toString r, а то возникает у нас. ToString ничего передавать нельзя, потому что это override, мы контракт не можем поменять, контракт у нас зафиксирован. Правильно? Давайте писать рекурсивный toString. Где мы будем накапливать? Первый вопрос. Где мы будем накапливать наш результат? А? В стринге? Совершенно верно. Лучше, наверное, в стринг-билдере. Да, ну, можно string joiner, потому что он красивее работает с запятыми, то есть его удобно. Что мы делаем? А?
Да. То есть мы что делаем? Мы вторым параметром, можно первым, можно вторым, абсолютно все зависит от... Мы делаем сюда что? String joiner. И здесь мы просто string joiner делаем пустым. New string joiner, и сюда можно передать delimiter. И joiner у нас будет запятая пробел. Все знают, да, string joiner? Это как string builder, только он автоматически добавляет разделитель. Чтобы у нас не было проблем с первый, последний элемент, counter, вот это вот, чтобы if эти не писать. Окей? Давайте напишем вот этот код. Пожалуйста. Удачи. Окей. Давайте писать ту стринг. Так, мы итерируемся по списку. Если мы дошли до конца, if нода равняется null, тогда что? По-моему, это string, все, и он соберет то, что нам надо. Иначе. Value не надо проверять на null, потому что мы его не будем устанавливать в null, и оно всегда будет не null. Ну вот, мы ж код свой сам пишем. Вот, поэтому, опять-таки, если вдруг туда кто-то положил null, наверное, ему этот null нужен. Кто знает. Правильно? Соответственно, что мы делаем? Нам надо в string joiner добавить node value. Мы пишем sj add нода value. Совершенно верно. Я очень люблю за это string joiner, потому что он не позволяет писать грязь в виде нода value, как можно, как работает система от println. Ведь если разобраться, система от println не должен печатать ничего, кроме строки. Ибо экран — это чары, правильно? Вот. Консоль — это ж чары. Соответственно, когда мы отдаем печатать туда дабл какой-нибудь, и с интегером более или менее понятно. Перевел его в строку, окей. Но кто, какое право система от println имеет право на форматирование моего дабла? Сколько мне знаков надо после запятой? Сколько мне надо, какая точность мне вообще нужна? Кто ему дал право решать за меня? Ну вот я серьезно. Опять прямо экзистенциональный вопрос. Согласны, да? Не согласны? Вот, соответственно, это очень хорошо, что string joiner требует char, а не object. Потому что на каком основании object? Когда вы здесь пишете toString, вы все-таки в голове понимаете, что происходит какой-то toString, и, соответственно, вот становится сразу чище. Окей, что дальше делаем? Идем дальше. Return. Нода. ToStringer. ToStringer. И нода next. Нода next. И тот же самый string joiner. Все. Опять все. Неприлично просто, да? Я вам сейчас поставлю другую задачу. Просто вот сейчас взорву мозг. Я назову toStringer2. И здесь наберу toString2. Просто я вас жестко ограничу. Я здесь напишу void. Ну и, соответственно, здесь вы должны будете вызвать toString, и здесь вы должны будете что-то вернуть.
и потом джойним уже в ретерне. Туда передаем только instant join. Так, окей, ты понял, я понял. Давайте все... Я вижу, что ты понял, это хорошо. Давайте разбираться, что делать. Ну все, void, ничего ретурнить не надо. У нас одна проблема меньше. Не надо ничего ретурнить. Опять ничего не надо ретурнить. То string, да, то есть вот этот string joiner мы объявляем тут. Понятно, да? Это мы сделали тут. И передали его тут. Дальше. SG to string. Справедливо. Окей. Если null, то что? Что-что? Просто выходим? Окей. Просто выходим. А если нет? R2. А если да, и что дальше? Не слышу. To string R2. Node next. И опять тот же самый string joiner. Обратите внимание, ничего не поменялось, просто пропала строчка return. То есть мы работаем с тем же самым string joiner. Поскольку string joiner находится в хипе, мы манипулируем с указателем на string joiner, не имеет значения, кто его соберет. То string закончил, он просто вышел, видите? И все. Здесь свое дело он сделал. Он добавил к string joiner элемент. То есть string 2 отработал, закончил, вернулся. Все. Закончил, вернулся. Return sg to string. Супер. Остался метод add. У нас осталось 13 минут. Мы напишем, значит, я сделаю небольшую подсказку. Мы будем добавлять... Метод add – это плохое название для linked листа, потому что мы подразумевается будем либо add tail, либо add head. Tail пока сложно, tail напишите дома. Давайте сделаем add head. Head. Давайте подумаем, как написать add head. Вы сейчас увидите, насколько просто, и вы скажете, где подстава. Проверить на null? Кого? Открою секрет, не надо ничего проверять. Просто да, первым делом надо создать ноду, правильно? Куда мы создаем новую ноду? New node и даем ей элемент, и говорим, что это новая нода. Да. Value уже есть, мы, оно в конструкторе пишется value. Да, нода next равняется head, привязали все, что было, и написали, что head равняется нода. Все. Опять подстава, да? Мне надо добавить элемент. Я добавил элемент. Правильно? Это строка 22. Согласны? Ну да, добавлю хедом, да. Дальше строка 23. Я сделал вот эту связочку.
Это понятно? Да. А в строке 24 я сделал вот эту штуку. Ну, видите, насколько неприлично просто? Немножко сложнее, надо хранить чуть больше ссылок. Но где мои тесты? Блин, все работают. Ну вот, вот это вот то, почему надо писать тесты, что когда в конце сидели, писали, и, блин, оно же должно работать. И вы такие, клац, и у вас таки все работает. Обратите внимание, у меня даже есть тест на ту стринку. Понравилось? Окей, давайте напишем add detail. У нас есть еще 9 минут. А DD Head был такой простой, а DD Detail, наверное, будет сложный, да? Ну, не совсем. Что? Да, но мы же рекурсивно пишем, мы же уже научились. Мы уже рекурсивно пишем. И сложность 3N. Окей, давайте писать. Давай так, чтобы мы не спорили, где-то нам надо будет создать нашу ноду с нашим значением, правильно, да? То есть где-то это надо будет написать, правильно? Давайте дальше думать. Теперь надо найти последнюю. Да, то есть нам надо в любом случае в add detail добавить сюда какую-то штуку, которая будет node, а это будет new node, пускай это будет node. А это будет new node. Так, чтобы чуть-чуть добавить семантики. Угу. Думаем. Так, нам надо запустить рекурсию, да? Add detail, рекурсивный, элемент A с хедом. А где создаем, не знаю. Я просто написал этот код. Где хотим, там и создаем. Ну, кстати, интересное решение. Создать ее в начале, а потом куда-то отнести, а потом прицепить ее там. Да, абсолютно не важно, на самом деле. Просто так на одну ссылку больше тащить. Согласны, да? Нам надо написать, что if нода next равняется null, тогда нода next равняется null. Отлично. Одна подстава.
А что делать с хедом? Как добавлять, если tail это первый элемент? Если tail, если мы добавляем в пустой элемент, в пустой список. Когда там что-то есть, все отлично. Правильно, да? Потому что, смотрите, вот у нас head, чик-чик-чик дошли, next now, о, ура, чик создали, прицепили, бомба. Правильно? А как же... Типа, если вообще пустота, да. Список пустой. Да, в пустой список. Вот мы раз в пустой список и добавляем next node. А тут не то, что нода, а тут не то, что нету нода next. У нас нету ноды. Окей, а если нет? Нет, if, окей, if это не спортивно. Давайте без if. Такое, задача. Просто new node. Просто new node есть, окей. Нам надо сделать, нам надо захендлить ситуацию с хедом без if. Не, зачем? Ну, можно поменять сигнатуру. Ну, строго говоря, можно делать все, что угодно. Но if писать нельзя. 26-ю строчку надо поменять. А 25-ю тоже. Чем здесь? Не надо, давайте не трогаем. Не трогаем optional. Я напишу код, а вы будете дома разбираться. Окей? Okay? Я не буду объяснять, как она работает. Но будет мне интересно. Я хочу оставить, знаете как? If node равняется null, return new node, так, head равняется tail, head и if нода равняется null, return new node. И теперь магия. Где моя рекурсия? Нет, в 31 мы ее запускаем. Еще нету, да? Окей. Ну да. Next равняется addDetail. А. Ну да. Next. А, кстати, с ретурном... А что с ретурном? Не возвращает, окей. А, надо что-то вернуть. Ну, что-то вернули. Давайте напишем тест. Может заработает, может нет. На пустой список мы ассертим, он у нас длина 0, окей. Мы делаем add tail. Один. И давайте на нем запустим toString. Это должен быть один, да? Detail 2. Опять работает. А можно еще раз?
Где подстава? Где if? А вы остаетесь разбираться. Пока не разберетесь. Итак, как это работает? Нет, типа, если пустая, то получается просто хэд. Да, либо раз хэд. А? Да. Ну, работает? Один. Один? Вообще, да? Да.